На сегодняшний день мы выбрали потрясающее новое платье для вашего дома. Встречайте, этот тюль украсит ваш дом, преобразит интерьер, ну и, конечно, изменит вашу жизнь к лучшему. Итак, это яркие розы в двух воплощениях. Представьте, как выглядит теперь ваш дом. Цена только на один день всего 1999 рублей. Экономия 1400, но сколько секретов в этом тюле. Ну что ж, Оль, ты знаешь, преображение дома на самом деле это очень просто, а преображение жизни это бесценно. И вы только посмотрите на эту роскошь, которым украшен наш тюль. Поистине необыкновенно. Это золото, которое сиять будет в вашем доме. Но у нас помимо золота есть также и серебро. Два варианта. Выбирайте свой, под свой интерьер. Давайте посмотрим еще и на размер, Оль, давайте посмотрим. А затем рассмотрим оба цвета. Давай посмотрим, Олечка, золотой тюль, потому что тюль у нас внушительного размера. Метра на 270. Вы только посмотрите. Но, Оль, я на самом деле восхищена данным тюлем, потому что он поистине роскошен. Он очень красиво украшен. То есть помимо того, что у нас дизайн расположен по всему тюле, необыкновенно красивая окантовка внизу. Боже мой, вы где-нибудь, когда-нибудь видели хоть что-то похожее? Я уверена, что нет. Этот тюль станет украшением вашего дома, украшением вашего окна. И, как правильно сказала Катя, изменит вашу жизнь к лучшему. Посмотрите на ширину. Кать, сколько здесь метров? 3 метра ширина нашего тюля. Но я хочу порекомендовать, вот если хочется очень богатых складок и драпировок, заказывать сразу 2. Угу. Вот, это будет идеальное решение. И без портьер тогда уже. Да, можно использовать без портьер. Я решила использовать тюль с портьерами. Я выбрала этот тюль для себя, для своего интерьера. Угу. И сейчас мы увидим, как он играет в моем доме. Дина, мой дом преобразился. Вот посмотрите, какой он был, когда не было тюля. Но только мы повесили тюль, сразу комната заиграла. Смотрите. Она приобрела свой стиль, такую изюминку, подчеркнув тем самым, конечно же, преображение всего дома. Преобразите и вы свой дом, измените свою жизнь к лучшему. Катя Архипенко, наш эксперт, выбрала для себя цвет золота тюля яркие розы. У нас есть еще и серебро. Выбирайте свой, заказывайте сразу 2 и украсьте свой дом. В разные комнаты разный тюль, яркие розы. Давай теперь посмотрим на серебряный вариант. Ты знаешь, мне серебряный тоже очень нравится. Я считаю, что в каждом доме должно быть несколько вариантов украшений. Каждый комнате. И давай вновь покажем всю ширину и богатство предложения. Ты знаешь, Оль, я хочу предложить, вот, допустим, гостиной можно украсить золотым тюлем, а спальню, пожалуйста, можно украсить серебристым тюлем, чтобы она стала более нежной. Знаешь, я как бы смотрю на данную расцветку, мне кажется, что это прям свадебное платье. Вот, и мне тоже точно так же кажется. Значит, ваш дом будет выглядеть как невеста. Чистым, блистательным и свежим. Посмотрите, как сияют пайетки. И все это тюль, яркие розы. Всего 1999 рублей. Скидка действует лишь только одни сутки. Набирая наш номер телефона, вы заказываете, оплачиваете свою покупку только при получении. А значит, это выгодное предложение упускать ни в коем случае нельзя. Так, теперь давай поговорим о ткани. Катя, что это за легкая ткань? Олечка, это у нас органза. Такая легкая, такая невесомая. Но органза, Оль, отличается еще и высокой практичностью. Наша органза непростая. Это жаккардовая органза. Mm-hmm. Когда мы видим вот такие выбитые дизайны, когда мы видим такой узор, который прямо у нас на ткани, это называется жаккард. Посмотрите на этот блеск и сияние. Но вся вот эта красота, все это изящество и роскошь еще и может быть, Олечка, практичной. Да, это практично, но знаешь, у меня вопрос, я думаю, многих он волнует. Но тут у нас что, пайетки, у нас здесь блистательные нити. Оль, у нас здесь пайетки, у нас здесь также кружевом украшены, вытканы цветы. И очень важный момент, что эта красота прослужит долгие годы без потери качества, потому что выполнено все очень качественно. Я сейчас продемонстрирую вам обратную сторону. Так. Посмотрите, во-первых, насколько все аккуратно, не торчат никакие нити. Угу. Все великолепно выполнена, прошита. Итак, пайетки пришиты, вышивка закреплена аккуратно, а значит, это говорит о качестве тюля. Тюль
яркие розы. Забирайте, выбирайте свою расцветку или в серебряном обрамлении, либо в золотом. Набирая наш номер телефона, заказывайте сейчас. Это специальное предложение дня. И сегодня у нас акция. Создавая корзину на сумму 2990 рублей, ваша посылка приедет к вам с бесплатной доставкой. Делайте заказы сейчас и обновляйте свой дом и меняйте свою жизнь к лучшему. Оль, ну я еще хочу поговорить про качество, потому что органза на самом деле имеет множество преимуществ. Я думаю, что вот, очень многим знакома проблема, когда тюль становится желтым. Да, белый тюль был белый, стал желтый. От прямых солнечных лучей такое очень часто происходит, либо просто от того, что он уже долго висит. Так вот, с органзой такого не произойдет, потому что органза – это не просто тюль, он изготавливается из тончайших, из очень тонких волокон. Его сплетают из полиэфира. За счет этого не боится прямых солнечных лучей, не желтеет, что очень важно. Очень красиво, конечно, мерцает на солнце, создавая очень теплую, уютную атмосферу. Ну а золото и серебро добавит роскоши. Оль, ну вот ты мне, кстати, рассказывала о своей проблеме. Ой, расскажу еще раз. Да. Я думаю, что кто-то, если не слышал, я, может быть, не удивлюсь, если кого-то волнует этот вопрос также. Вы знаете, у меня дома висит из органзы тюль. Но он совершенно не пропускает воздух. И мы этот тюль бедный задергали. Чтобы проветрить, приходится отдергивать тюль. Этот тюль будет дышать? Вот мне это очень важно. Олечка, посмотри, у нас не сплошная, скажем так, органза. У нас сетчатая органза. Вот. Именно поэтому она прекрасна будет. Вот, я думаю, очень хорошо видно фактуру. Посмотрите, вот давайте посмотрим поближе. Очень хорошо будет пропускать воздух. Ваш дом будет наполнен чистотой и, конечно же, свежестью. Ну и только представьте, как преобразится ваш интерьер. Главное, к лучшему, ведь вы получите новые эмоции. Вот, пожалуйста, обратите внимание, насколько великолепно тюль играет в спальне. Это прекрасное интерьерное решение для любой комнаты, для спальни, для гостиной. Можно сочетать как отдельно, так, конечно же, и с портьерами. Выбирайте свой вариант. Вот мне понравилось твое предложение, что можно сочетать или два тюля повесить, сделать густую драпировочку, и ваш дом будет выглядеть совершенно по-новому. Еще раз посмотрим на всю красоту, на весь масштаб преображения вашей жизни. Это серебряное украшение, серебряный вариант. Еще раз посмотрите на переливы, на блеск. У нас есть еще и золотой. Но вот такой вопрос, как будем ухаживать за этим блеском? Олечка, органза обладает высочайшей практичностью, поэтому стирать будем дома в своей стиральной машинке. Деликатный режим, 30 градусов, 400 оборотов.